Всем привет! Сегодня у нас очень красивая погода на улице, солнечно, тепло. Мы выехали в Сиэтл, и мы приехали в такую красивую красоту. Сейчас вам покажу. Смотрите. Мы давай отдохнемся. Какая красота. Мы давай отдохнемся. Сейчас пойдем поближе, посмотрим. Детки со мной. Цветут вишневые деревья. Это японские вишневые деревья. То есть деревья вишни. Цветет вишня. Уже немножко цветает, уже не так красиво, как она цвела. Мы немножко опоздали. Да. Данинка. Пойдем, давай идем. Может, мы сначала начнем, чтобы видно было всю картину, сколько здесь красивых деревьев. Пойдем. Ой, собачка какая красивая. Да. Тут люди отдыхают, наслаждаются. Вот если... Да, немножко опоздали, они уже не так красиво цветут, как они цвели, может быть, неделю назад. Ой, как красиво. Прямо такие цветы розовые. Сейчас немножко сфотографируемся. Сейчас я хочу посмотреть на деревья. Такие огромные деревья. Дерево вишни. Вау. Просто огромное. Смотрите, какой ствол. И тут ряд деревьев с этой стороны. Ряд деревьев с этой стороны. Как красиво. Это университет Вашингтон. University of Washington. Ой, стоп. На земле уже попадают эти листочки розовенькие. Тут их так много. Угу. Да, деревья просто чудесные. Просто чудесные деревья. Такая красота. Здания здесь очень красивые. Здания университета. Такие высокие. Красивые здания. Вау, как красиво. Цветочки. Пойдем немножко погуляемся. Вокруг походим, да? Вау. Деревья просто красивые, очень красивые. Превосходные. Такая красота. Первый раз я нахожусь. Я раньше была здесь, в этом университете, но я никогда не была, когда цветут деревья, вот эти деревья вишни. Это японская вишня, да? Но она вроде бы плодов не дает, просто она цветет. Очень красиво. Вау. С этой стороны тоже красиво. Леночка, Тимоша, Данилка. Привет, привет, привет. Да не надо прыгать. Ветерок дует и листочки цветов. Лепестки цветов падают. Они же идут на траве. Ага. А тут можно наш. Да, они сидят на траве, тебе можно посидеть. Люди фотографируются. Много людей просто сидят здесь на травке, отдыхают. Хочешь садиться? Ну давай сейчас где-то найдем место, сядем, посидим. Вау, какая красота. Фотоаппарат вообще не передает такую красоту. Мне кажется, что вообще плохо видно на именно вот цветы. Популярное место в это время года. Такой hangout. Здание такое красивое, просто чудо. Мне очень нравится такой стиль здания. Угу, можно ложиться. Даник обиделся, что мы не взяли с собой одеялко, чтобы можно было садиться. И говорю, можно без одеялка садиться, вот там есть скамеечки.
На скамеечке можно посидеть. Очень красиво. Можно погулять здесь, побыть немножко. Жалко, что мы опоздали. Хотя бы надо было на неделю раньше сюда приехать. И то было вообще было, красота была бы. Ничего. Тоже немножко еще за это. Посмотрим. Посмотрим еще немножко. Хорошая сегодня погода. Собачка что-то там возникает. Солнышко. Сегодня где-то 5 часов вечера. Но еще до сих пор очень яркое солнце. Кто там? Собачка? Да. И он сказал хоу. Видел? Он сказал хоу. Да. Это как волки. Мы пойдем еще вокруг проходим, сделаем еще один круг. Какая красота. Восхищаюсь этими зданиями тоже, постройкой. Как будто какой замок. Очень красиво. Там такая башенка симпатичная. Просто красота. Бежит. Кто-то бежит там? Да. Я буду. Идем, солнышко. Еще пройдемся, еще один круг сделаем. Я буду. Очень красиво здесь гулять. Ветерок поднимается. А лучше бы это чего так на нашем бакьяре? Да. Если бы это в нашем дворе такой, да? От корней уже это. Поднялся асфальт. Только не такие те. Красивенные деревья. Что они делают? Клёнку трусят. Сейчас сломается, да? Очень красиво. So flat. Вау. Запах очень, конечно, хороший тоже. Очень пахнет вкусно здесь. Эти цветы. Ага, красиво. Я получаю в тени, но мне деревья видно. Какая красота. Привет. Смотри. А что это значит? Мошка, I can fly. Маска здесь ходит. Мы пошли без масок. На улице мы стараемся маски не одевать. Цветы шикарные. Я буду. Уже цветами. Я буду. Я буду. Смотри. Да, смотрю. Смотри, мама. Я смотрю, солнышко, смотрю. Смотри. Да, смотри. Смотри, мама. Мама, смотри. Да. Смотри. Ой, мой, смотри, как бебечка странно плачет. Ничего не странно, просто маленький ребеночек маленький. Привет. Привет. Привет, чем? Я прямо жаль тебя, но... Нет, давайте посмотрим вот так. Так?
Солнышко ярко-ярко. Поднимаемся мы на ступеньки. Посмотрим отсюда, как будет видно. Солнце немножко, конечно, светит в объектив. Ну что, отсюда видно. Очень тоже красиво. Ой, как, какая большая у них здесь площадь. Много очень разных зданий в университете. Бужанка видно. Ага. Да, я вижу. Мама, я видела башню. Видишь башню? Да. Угу. Это башня. Мама, потом мы погуляем немножко. Ты посмотришь, что там, или мы... Мама, здесь школа Вайт. Да, школа Вайт. А смотри, какие двери красивые, вау. Очень красиво построили, конечно, здание. Кирпичики. Такие могущественные здания. Это выход. И здесь такое же похожее здание. Костёр такой. Где костёр? Как замок. А где костёр? Не костёр, а костёр. Там уже такие современные здания. С этой стороны. Ну и что вы делаете? Это для велосипедов, это не для того, чтобы лазить. Детям надо где-то лазить. Ой. Да, отцвели, конечно, цветочки. Ничего. Немножко увидели. Аккуратно, пожалуйста, аккуратно. Ой, мам, здесь много. А, привет. Привет. Далека. Привет. Смотри. Не перестаю восхищаться этим зданием. Какие разные башенки. Просто удивляюсь. Так похоже на замок. Красота. Хорошо построено, на века сделано. Ой, кто-то уже плачет там. Тимош, это ты? Ёлка большая огромная. Идёмте, солнышко, идём. Пойдёмте ещё прогуляем, что там есть с этой стороны. Пойдём посмотрим. Не упади. Очень хорошая погода для этого как раз. Мы продолжаем гулять по University of Washington, по этому университету огромному, которую вот это огромное красивое здание, это библиотека. Представляете, какая красота? Мне такое чувство, что я попала в какую-то другую страну. Такие здания не часто видишь в Америке. Именно очень красиво так построено, знаете. Что-то европейское такое. Или как в Риме, знаете. Разные такие здания. Красота. Мама. Библиотека. Смотрите, какие фонари. Мама, успокойтесь. Это статуи. Вот такая статуя здесь. Другая. Это как холодная. Что это? Еще кто-то. Над дверями такие статуи. Дети не могут набегаться. Ой. Хорошо, хоть сейчас нету классов. Сейчас вечер. Классы обычно утром все проходят.
никому не мешают. А то я представляю, бы здесь была бы куча студентов, и они тут бегали, все мешали. Вау. А с этой стороны уже, смотрите, другое здание, модерн. Уже как бы современное такое, видите? Там колокольня наверху. Какая-то пирамида, мы там фотографировались. Вот еще другое здание. Солнышко. Светильники прекрасные. Потолок интересный. Ой, как интересно сделано. Мы стоим тут возле дверей. Библиотека такая громадная, закрыта. Это, наверное, в связи с ковидом. Почему библиотека закрыта? Вау! Мама, красота! А можно почему? Ну, тоже закрыто, тоже не мы. Нашли мы такую аллейку, нашли. Красивая дорожка между деревьями. Там кто-то ходит? Там еще что-то. Другая аллейка. Парк. Красиво. Растения интересные. Ой, какие, смотри, рисунки. Беленькие цветочки красивые. Вот розовенькие цветочки есть. Розовые розы. Да, розовые розы. Красиво. Мама, белые. Это вовушка. Вовушка? Да. Что? А, ну это просто для этих, для мышей. Смотри, чтобы кушать, угу, это я. Это розандроны. Ранние розандроны распустились. Смотри, какая красота. Угу. Сделали мы большой круг. Сейчас мы подходим, где мы машину припарковали. Очень хорошо погуляли сегодня. Может быть, еще куда-то поедем. Мы хотим магазин, а то я хочу купить. Смотри, какое огромное дерево было. Смотри, Данилка. Это пень. Какой огромный пень. Давай. О, мама, держи так, что можешь еще есть. Тимоша не может залезть. Держи так, что можешь еще есть. А можно, да, как? Там есть ступень, ступенька? Да, здесь еще бой. А, нет, чтобы... А здесь еще бой, там открыто, значит, можно еще есть. Забор везде, а только тут открыто. Какая красота. Огромный пень. Он обожженный в этом. Но сверху обожженный. Не могу. Сейчас запачкаются. Ну я могу. Все, мы поедем сейчас дальше уже. Хорошо прогуляли. Очень красивое место. Если будем возможность, может, на следующий год приедем сюда пораньше. Может быть, в конце марта где-то надо приезжать сюда. И погулять тоже, полюбоваться красивыми деревьями. И просто походить посмотреть на здание. Мне тоже понравилась очень такая прогулка. Очень красиво. Так что хорошее впечатление сегодня. Да. Окей, сейчас немножко, когда будем выезжать отсюда, немножко тоже посмотрим. Я видео включу, чтобы мы посмотрели, что здесь еще находится. В этом университете. Университет огромный. Называется University of Washington. Здесь Матвей учился, старший сын Сергея. Матвей здесь учился, и жена его здесь училась. И в этом университете. Считается, что один из лучших университетов в нашем штате. А это что, какая-то такая школа? Да, это школа. Но это не школа, это уже, когда ты закончишь школу, ты идешь после школы учиться дальше. И вот этот университет. Мама, когда ты закончишь школу, я хочу сюда пойти. Да. Очень красиво. Да. Я считаю, здесь очень будет интересно учиться, если Данилка молодец уже изъявил желание, что хочет здесь учиться. Да, большой кемпус. Территория этого университета очень большая. Я хочу, чтобы мы всегда здесь ходили. Угу.
если вы смотришь на карте, то территория этого университета занимает большую, огромную площадь. Там на Google можно посмотреть по карте. Аккуратно, чтобы тут никого не сбить. Тут везде эти студенты ходят. Сейчас я, может, их пропущу, не буду переходить, нет? Не может быть, вижу. Вроде бы не переходит. Окей, пойдем дальше. Поедем дальше. Здесь у них есть и жилье, жилые помещения, и места, где они проходят свои классы. И где-то даже столовая у них есть. Ну, здесь как все есть, и магазин их не есть. Библиотеку вы видели, огромную библиотеку, которую я вам показывала. Жалко, что нельзя было зайти внутрь. Но библиотека, конечно, была шикарная. Вроде бы одна из самых больших библиотек тоже нашего штата, если я не ошибаюсь, но я точно не буду говорить, потому что не знаю. Но библиотека там вроде бы 4 этажа. Это издание просто привлекательное, очень красивое. Сегодня. Я, конечно, восхищаюсь, может быть, чересчур восхищаюсь, но все равно, как будто вижу в первый раз. Хотя я уже была в этом месте. Здесь уже мы ходили. Может, это здесь такое еще какое-то здание. Да, здание. Сейчас, уже мы выезжаем отсюда. Быстро выехали. Но, конечно, территория здесь... По всей территории мы не будем ездить. Здесь будочки, не знаю, для чего тут будочки слева. Может быть, какая-то информация. Все, вот выезжаем. И тут, и дальше там есть разные у них здания, где они живут. Есть... Ой, сейчас это... Уже красный цвет. Почему? Потому что кто-то переезжал и выбросил. Вот уже начинается здание, то есть жилые комплексы ихние, где они живут здесь. Потому что много студентов приезжают... Тихонько. А много студентов приезжают из других городов, даже с другого штата приезжают, из других штатов. И здесь они живут. По правую, по левую сторону вот эти комплексы. У них разные это. Смотри, тут, конечно, машины негде поставить. Много машин припарковано. Еще какое-то здание справа, что это... за здание, даже не написано ничего, не знаю. Ну, красивый район, мне нравится здесь этот район, очень красиво. Все, потихоньку будем ехать уже, отправляться обратно. Еще красиво просто проехать, смотреть на разные тут домики. Домики симпатичные здесь. Может, плохо видно вам? Из-за деревьев вам плохо видно эти домики. Машины стоят. Камера не в ту сторону снимает. Ой, дорога. Дорога как в Украине. Кочки везде. Дальше считается, что это зона, то есть район университета, университет в Вашингтон. Красиво. Здесь вот деревья тоже, вишни цветут, наверное. Может, не вишни, может... Персики. Мама, может быть, один раз, там же вы только что были, там будет вишни много. И нам другим нельзя. Вишни? Да, там вирус. На дереве там же мы были. Да, ну
вишенки же будут потом осенью. Это сейчас только цветочки цветут. Вишенки, вишенек же сейчас нету. Да, ну я думаю, что это такие деревья, которые не плодоносят. Они просто как для красоты. Такие деревья. Красивый райончик здесь. Для вас площадку. Вы хотели на площадку? Да, хотели на площадку. Я нашла для вас площадку игровую. Как вы думаете, мы то попадем или не попадем? Да, пойдем. Да, ну как туда ехать? Наверное, налево на поворачивать. Давай подожди. Дети еще не набегались. Представляете? Сколько там бегали, и здесь еще. Ну ничего, мы немножко, пускай уже порезвятся. Красивый парк. Мы здесь впервые в этом парке. Недалеко от университета. Наверное, это же район. Ну, то есть, наверное, продолжается университет. Очень красиво. Нашли парковку. Искали парковку. Надо было разворачиваться. Ну ничего. Даже вот в теннис играют люди. Песок для детей. Интересно, здесь канаты. Угу. Ничего себе, Леночка, куда ты полезла? Аккуратно, аккуратно. Ну, пускай погуляет немножко. Где мы находимся? Мы в ресторане. Вот здесь будем жарить мясо. Это корейское барбекю называется. Вилка, наверное, здесь. Вот нам уже приносят всякие острые штучки. Сейчас принесут сырое мясо. Сырое мясо, которое будем жарить. Находимся в ресторане. Такой маленький, маленькая такая забегаловка, ресторанчик. Каждый огорожен своими. У каждого своя комнатка. Сейчас посмотрим, что вам принесут. Это окрон, здесь не трогайте. Горячее. Здесь вот такое острое. И вот это. Да, это все. Это как бы такие добавки до мяса. Я тоже какие-то соусы. Окей, нам принесли мясо. Сейчас, ножка. И так берешь. Это, значит, это такое замороженное мясо. Замороженное, и оно так разрезано. Очень-очень тоненько разрезано. Подожди, солнышко. Да, сейчас пока положим, это, наверное, вот это говядина, а это свинина. Будем жарить сейчас. Поднесли нам еще мясо. Мама, смотри, это уже не говядина. Если сам себе жаришь, то, значит, сам себе и чаевые оставляешь. На кухню. Угу. Ну подожди. Можешь мясо положить? Да, это вкусно. Некоторые уже приготовились. Мама, это вкусно. Это говядина. Свинина. И маринованное мясо еще есть. Это вкусно. Такое. Переворачиваем. Сейчас будем это кушать, солнышко. Сейчас твой будет следующее. А тебе? Сейчас должны еще рис принести. Мама, рис! Да, рис. Нам чуть-чуть макарончик. А и белый? Макарончиков нет. Мама, белый рис. Да, должны принести белый рис. А почему он не кушал макарончик? Всем спасибо, кто зашел на мой канал, смотрел мое видео.
И кто остался уже до конца смотреть, хорошо, что вы это смогли это преодолеть. Ну, спасибо за то, что за все ваши комментарии и лайки, за то, что вы подписываетесь на мой канал. Все, до следующей встречи, буду прощаться с вами. Сейчас детки немножко погуляют, и мы уже поедем дальше. Мы поедем, наверное, домой. Все, очень красиво с вами погуляли, я очень довольна. Ладно, всем спасибо, всем пока.